Наконец-то расцвели нарциссы. Вот они какие красивенькие. В том году они у меня вообще не цвели. Почему, не знаю. То ли замерзли, то ли что. В этом году расцвели. Вот один куст. Но он большой. А эти пролески вот уже отцветают. Здесь уже их морозом побило немножко. И примула отходит. Тоже скоро зацветет. Пион в рост пошел. А здесь у меня куст чебушника. Думала, замерз. Нет. Вот он зелененький. Эти почечки, значит, живой, не замерз. Здесь они, эти наглазки, самосевом. Видите, сколько их тут много. Уже цвести начинают. У ирги тоже почки. Скоро листочки появятся. А главное, чеснок пошел в рост. Я уже салатик делала, срезала здесь. И лучок тоже. В теплице у меня осталось высадить только огурчики. Вот здесь это я место подготовила. Сегодня семена замочила, вот они проклюнутся, я их сюда высажу. И перчик сегодня, вот здесь вот два горьких кустика посадила. А там вот в конце теплицы, там сладкие перцы. Ну и цветы потом все эти на улицу. Еще подожду, может заморозки будут, а может нет. Чуть позже цветы на улицу высажу и все.